Я думаю, вы знаете, кто я. И первая часть этого курса — это доктрина о Христе. И вначале мы обратимся с вами к вопросу предсуществования Христа. И как указано в ваших конспектах, мы будем говорить о том, что касается вопроса предсуществования Христа, что само слово «Христос» или слово «Мессия», и слово «Мессия» — это ветхозаветный вариант, оба этих термина означают «помазанник». И как упомянуто здесь, особенно в Новом Завете, именно так предстает перед нами Иисус Назарей, тот, кто был обещан как Мессия. Но в Ветхом Завете мы не находим человеческого имени, а также мы не находим столько информации о нем, как в Новом Завете. Однако Ветхий Завет говорит о том, что Мессия придет. Что ж, предсуществование Христа. Новый Завет говорит об этом. И под предсуществованием мы подразумеваем существование Христа до воплощения. И в своих конспектах вы можете увидеть те тексты Писания, которые об этом говорят. В Евангелии от Иоанна мы читаем, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И далее, в 14 стихе, «И Слово стало плотью и обитало с нами». Что ж, здесь ясно подразумевается, что до того, как Он стал плотью, Он существовал. Еще есть текст послания Филиппийцам, так называемый текст «Кеносис». И в начале этого текста говорится о том, что Иисус Христос, будучи образом Божьим, и мы об этом еще более конкретно поговорим, что же это означает? Но уже сейчас я могу сказать о том, что это означает, что Он имел божественную сущность. И вот, несмотря на то, что Он имел эту божественную сущность, тем не менее Он уничижил Самого Себя, став человеком, приняв на Себя человеческую природу. Что ж, если Он существовал как Бог до того, как Он уничижил Самого Себя и принял на Себя человеческую природу и стал подобным человеком, то очевидно, что Он существовал до воплощения. И Христос Сам говорит слова, из которых ясно следует, что Он существовал до Своего воплощения, до того, как принял образ человека. И это мы можем увидеть в разных текстах, и все они перечислены в ваших конспектах. И эти тексты составляют свидетельство Нового Завета, и понятно, что этот перечень не исчерпывающий, но достаточный, для того, чтобы понять, что Писание учит по этому вопросу. Если у вас какие-либо вопросы о свидетельстве Нового Завета о предсуществовании Христа? Да, пожалуйста. Когда вы говорите о божественной сущности, то говорите ли вы о качествах, присущих Богу, которых мы придерживаемся? Я говорю о бытие Бога, о Его божественной сущности. И, конечно, божественная сущность, как я полагаю, включает все Его качества, все Его атрибуты. Поэтому, да, божественная сущность включает качества Бога. Однако в этом случае мы просто хотим сказать, что Иисус разделяет ту же самую божественную природу, что и Отец, и Святой Дух. Хороший вопрос. Да, пожалуйста. Вы сказали, разделяет божественную природу? Что ж, важно понимать, что имеется в виду под понятием «разделять божественную природу». Если при этом создается впечатление, что, быть может, Иисус не обладает этой природой в такой же степени, как Отец и Святой Дух, но просто Ему позволено пользоваться этой природой, нет, я это не имею в виду. Я имею в виду, что Иисус такой же обладатель божественной природы, как и Отец и Святой Дух, и таким обладателем был всегда. Хороший вопрос. Да. Относится ли это в такой же степени к атрибутам и личностным характеристикам? И еще такой вопрос.
Вот когда мы читаем о теофании в Ветхом Завете, скажем, о видении Исаии или о явлении Моисею, то можно ли указывать на эти тексты и говорить о предсуществовании Христа? Да, и спасибо, что вы упомянули об этом, потому что следующее, о чем мы с вами будем говорить, это свидетельство Ветхого Завета о предсуществовании Христа. Но есть ли вопросы о свидетельствах Нового Завета? Что ж, тогда давайте с вами перейдем к рассмотрению свидетельств Ветхого Завета о предсуществовании Христа. И о некоторых таких свидетельствах мы уже упомянули. И вначале хотел бы упомянуть об ангеле, который является в Ветхом Завете и который называется ангелом Господним. И это Христос до воплощения. И, конечно, не следует верить этому только лишь потому, что я так сказал. Я приведу вам аргументы. И здесь мы эти аргументы начинаем видеть. И вот здесь на слайде вы видите все те тексты Ветхого Завета, в которых упоминается явление ангела Господня. Он провозглашается Богом. И вот, к примеру, в тексте в Бытие 32 главе описана история о том, как Иаков боролся с Богом у Пенуэла. И читая это описание, становится абсолютно ясно, что ангел Господень, который борется с Иаковом, это никто иной, как Бог. Есть и другие тексты Писания, которые приведены у вас, которые также описывают явление ангела Господня и указывают на то, что он божественен. В этих текстах, которые описывают появление человека или ангела, называемого Богом. Что ж, во-вторых, мы читаем о том, что этот ангел Господень в некоторых случаях, которые упомянуты здесь на слайде, принимает поклонение как Бог. И это важно отметить потому, что ангелы не принимали поклонение, адресованное им, и об этом можно прочитать в Писании. И мы к этому еще вернемся в нашем курсе, когда будем разбирать доктрину о Христе. И если ангел Господень принимает поклонение, то он либо божественен, либо он лжеангел. И более того, нигде не указывается, что он переступает черту, когда принимает поклонение, адресованное ему. И это еще раз указывает на то, что ангел Господень — это не просто один из ангелов. Скажем, самый главный ангел, если таковой бы был. Что ж, я думаю, что можно сказать еще нечто более конкретное, говоря об ангеле Господнем, как о предсуществующем Христе. И первое, что можно сказать, что после появления Христа ангел нигде в Новом Завете не отождествляется с Богом. И я имею в виду после того, как Христос родился как младенец. Если бы вам удалось найти текст в Евангелиях или в посланиях Нового Завета, в которых говорилось бы о неком ангеле как о Боге, то тогда мы могли бы прийти к заключению, что ангел Господень, о котором мы читаем в Ветхом Завете, мы не знаем, кто он, но он не Христос. Но если у нас есть явление его в Ветхом Завете, если мы читаем о явлениях ангела Господня и понимаем, что это явление Бога, и затем переходим к Новому Завету, и после того, как Христос родился, мы о нем больше не читаем, то создается впечатление достаточно ясное о том, что причина, почему мы больше не слышим об этом и не читаем об этом ангеле, заключается в том, что то был Христос до своего воплощения. Что ж, второе. После пришествия Христа Бог предстает перед нами исключительно в образе второй личности Троицы. И вы видите здесь тексты Библии. Бог не предстает в какой-то физической форме, например, в образе ангела.
а Святой Дух не обретает каких-либо материальных личностных черт ни в Ветхом Завете, ни в Новом. И причина, почему я включил сюда слово «личностных», заключается в том, что Святой Дух действительно является в материальном образе, в образе сходящего голубя при крещении Иисуса Христа. Но это не человеческая личность, не человеческий образ, не тот образ, который обычно у нас ассоциируется с личностью. И в Ветхом Завете, если и встречаются физические явления присутствия Святого Духа, это как раз то, о чем спорят богословы и экзегеты Ветхого Завета. Но если есть явление физического присутствия в Ветхом Завете, то это не то, что обычно у нас ассоциируется с явлением личности или будет таким образом квалифицироваться. Что ж, еще один аргумент. Некоторые отождествляют Христа с ангелом или посланником Завета. Скажем, в Малахии 3.1 говорится о втором пришествии. И учитывая время, когда жил Малахия, понимая, что он имел в виду не второе пришествие, а первое пришествие Христа, потому что прошло уже по крайней мере 2000 лет между этими двумя пришествиями. Малахия предвкушал пришествие вот человека Мессии, причем тот, кто грядет, называется ангелом Завета или посланником Завета. И многие евангельские толкователи Ветхого Завета видят в этом упоминание на Христа, что именно Он — ангел Завета, именно Он — посланник Завета. Что ж, есть еще свидетельства в Ветхом Завете, которые говорят о предсуществовании Христа. И вы видите их здесь, на слайде. Христос появляется в Ветхом Завете под именем Иегова. И также здесь на слайде вы видите тексты. Это Исаия 40 глава, которая затем цитируется в Матфея 3.3. Что касается текста пророка Иеремии, то там Мессия именуется «Господь, оправдание наше». И если у кого-то еще остаются сомнения о том, является ли Мессия Богом, то этот стих развеивает все эти сомнения. Также в книге пророка Исаия мы читаем о том, как Исаия предстает перед троном Божьим, оказывается в присутствии Божьем. И в Ветхом Завете это все, что мы читаем. Никаких пояснений насчет этого мы не находим. Но когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 12 главу, 41 стих, то Иоанн говорит, что Исаия видел именно Христа, когда он описывает то, что произошло с Исаией. И именно Христа Исаия видел сидящим на троне. Что ж, еще кроме всего этого, обратите внимание на то, насколько часто ангел Господень называется Господом, исходя из понимания того, что ангел Господень — это предвоплощенный Христос. И все эти свидетельства, все они указаны в ваших конспектах, указывают на то, что Христос существовал до воплощения. Однако, если бы в Новом Завете мы не находили разъяснения ветхозаветных текстов, то нам оставалось бы только гадать о том, что имеется в виду в ветхозаветных текстах, когда в них говорится об ангеле Господнем, кем на самом деле он являлся. Но в Новом Завете, как мне кажется, говорится очень ясно о том, что этот ангел Господень — никто иной, как Иисус Христос. И это указывает на то, что Христос существовал во времена Ветхого Завета и, более того, участвовал в тех или иных действиях. Что ж, еще необходимо сказать о том, что Мессия действительно являлся под другими именами, которые обозначают Бога. И об этом мы читаем в других текстах Ветхого Завета. Это Исаия 7 глава 14 стих. Это пророчество о непорочном зачатии.
И мы читаем, «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что означает «с нами Бог». Также текст, записанный в 9 главе пророка Исаии, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». И далее мы читаем описание того, кто родился. И так как здесь говорится о том, что он воссядет на престоле Давида, то становится ясно, что речь идет именно о Мессии. И это также согласуется с тем, что Мессия будет иметь человеческую природу, потому что говорится о том, что Сын родился нам, младенец дан нам. Но также не упустите и того, что здесь говорится, что этот Мессия, этот Сын, есть Бог Всемогущий, Отец Вечности. И это буквальный перевод с еврейского, именно Отец Вечности. И все это показывает нам, что Мессия одновременно и человек, и в то же время он Бог, божественен. И необходимо дождаться до появления Нового Завета, чтобы увидеть, что тот, в ком исполнились все эти пророчества о грядущем Мессии, никто иной, как Иисус из Назарета, именно Он и есть Мессия. Что ж, перед тем, как мы перейдем к другой теме, есть ли какие-либо вопросы о предсуществовании Христа, или все было достаточно понятно? Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинарий».